прикованного к инвалидному креслу Геннадия Кернеса, жизнелюба, умнейшего человека, умницу просто, который очень любил жизнь и не сомневаюсь, что любит ее до сих пор. Тебе жаль? У меня нет к нему чувства жалости. Он сильный человек. Я ему сказал, что из всех, вот всей нашей ближайшего окружения, ты только один смог это перенести так, как ты перенес. Многих бы это поломало окончательно. Там, до суицида. Поэтому его жалеть не надо, ему жалость не нужна. Ему нужно понимание и помощь там, где он нуждается. Он многие вещи сегодня делает через боль, но это, его не надо жалеть, он сильный человек.